Всем привет! Сегодня я хочу показать очень интересную швейцарскую зажигалку Calibri Kickstart. Эту зажигалку я купил в Англии в августе 2018 года. Вес зажигалки 60 грамм. Как обычно, в конце ролика я покажу в замедленной съемке, как работает зажигалка, и добавлю фото с ее весом и размером на фоне спичного коробка. Для своего возраста зажигалка находится в очень идеальном состоянии. Корпус у нее латунный и имеет хромированное покрытие. Кроме этого, на корпусе зажигалки есть вот такой вот своеобразный кожух или оболочка. По-другому еще называют пальто. Выполнен он из чистого серебра. О чем говорит вот это вот клеймо, на котором указано 830-я проба. В этом месте я вставлю фото с увеличенным изображением этого клейма. На одной стороне этого пальто имеется гелиширование в виде мелких полос, расположенных вертикально. И также здесь еще имеется 5 прямоугольных зон, они гладкие, имеют различную длину и образуют простенький, незамысловатый рисунок. На другой стороне также есть гелиширование в виде вертикальных полос, но между полосами здесь расстояние чуть больше. На нижней части зажигалки есть следующая надпись. Calibri Patent. То есть это и название, и то, что конструкция эта запатентована. Далее BritPad, патент Великобритании, номер 321-323. Вот здесь на заглушке есть еще надписи также. Патент и Swiss Made. Сделан в Швейцарии. По конструкции эта зажигалка совмещает все два типа. То есть это lift arm, поднятая рука. И в то же время она полуавтоматическая. Чтобы зажигалку зажечь, нужно вот этот поворотный рычаг нажать и отвести вниз. И после этого просто отпустить. У рычага есть вот такой вот упор. При нажатии на рычаг этот упор открывает крышку, закрывающую фитиль. Одновременно с этим взводится колесо, высекающее искру. Оно выполняет здесь возвратно-поступательное движение. То есть вращается туда-обратно. Полного оборота оно не выполняет. Ну и после того, как рычаг будет отпущен под воздействием пружины, рычаг возвращается в свое прежнее положение и кресало прокручивается и высекает искру. Вот видно, что колесо взводится сначала, а потом возвращается в обратное направление. Зажигалка остается в открытом положении после возгорания. И чтобы ее потушить, нужно просто закрыть крышку, закрывающую фитиль. Пробегусь по обслуживанию. У зажигалки имеется две заглушки. Можно заправить ее как отсюда, так и отсюда. Чтобы заправить зажигалку, нужно выкрутить одну из этих двух заглушек. И пропитать вату бензина. В одной заглушке имеется место для хранения запасного кремня в виде капсул. Вторая заглушка тоже здесь необычная. Сейчас я покажу.
Необычно эта заглушка тем, что у нее встроен предохранительный клапан. То есть она имеет сквозное отверстие. И внутри есть подпружиненный шарик. Служит для того, чтобы в зажигалке не создавались, вернее, не накапливались излишние пары и не создавалось лишнее давление. И, как я понял, конструкция этой заглушки запатентована. О чем говорит вот это слово? Патент. Ну и это винт, поджимающий кремень, чтобы кремень поменять, нужно этот винт выкрутить. В кремниевую трубку вставляется новый кремень, и винт закручивается обратно. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И оставляйте комментарии. Всем удачи! Зажигалки моя страсть. 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 Зажигалки моя страсть.